буквально пару минут займу. Давайте. Я хотела бы к вам обратиться как родитель, к родителям. Наши дети все берут от нас. И все пример правильно. Они берут с нас, конечно же. В первую очередь конечно, они, правильно, молодцы. Они смотрят в первую очередь на маму. Я хочу предложить вашим женам и мамам приобрести шампунь «Фривонь». «Фривонь»? Да, очень хороший шампунь из линейки «Фривонь». И если вы приобретете сегодня по баллончику, вы получите в подарок лак для ноздрей. Какой шампунь? Ну, мы на родительском собрании находимся вообще-то, простите, да? Простите, простите. Покупайте канцелярские приборы. Ложков и сыновья. Скрепки оптом. Чай, крем, плювочки, лимонад, газировочка. Договор о принятии. Рыбалка на удаленке. Чай, крем, плювочки.